выходные состоялся очередной тур чемпионата Орехово-Зуево по хоккею с шайбой. Наша местная любительская команда «Молния» встретилась с Орехово-Зуевским лидером. Игра проходила весьма напряженно, и после двух периодов наши ребята уступили сопернику со счетом 3-0. Однако благодаря снайперским качествам Андрея Воронина и Дениса Коржавина в первые 50 секунд третьего периода счет сократился до минимума. В итоге в этот день на табло был зафиксирован счет 5-2 в пользу Орехово-Зуевского лидера. Будем надеяться, что наша команда подготовится и даст настоящий бой в следующем соревновании. Пожелаем успехов нашим хоккеистам.